Я хочу вспомнить об одной черте твоей дочки, которая мне особенно дорога, такая антипафосность. Вот. Она вот, если так вот вглядеться, вспомнить, вот, то вы поймете, что это очень такая честная, правильная. Она всегда считает, вот, всегда считает, что если не видно администратора, директора, вот, если его никто не зовет, значит все в порядке, значит все идет своим чередом. А вот один такой маленький штрих об этой антипафосности, который, в общем-то, коснулся меня и очень лично даже. Ты не знаешь, насколько мне этот момент был дорог. У меня есть близкий друг. Я с ним иногда общаюсь реже одного раза в год в силу обстоятельств. Вот. Мы разговариваем. И, конечно, находим какие-то такие места, там какая-нибудь заснеженная, какая-нибудь парк там, или еще чего-то. И однажды я говорю, пойдем в республику песни. Вот. Мы пришли, Таня. Вот. И как-то так все получилось. Само собой, мы оказались в каком-то там на втором этаже, вот, заветном. Мы там совершенно чудно пообщались. Внизу нам перед этим Таня налила чая, и тоже так все это происходило, так естественно, так по-родственному, так тепло, чисто по-человечески. И так это было тогда нам нужно. Потом спустились, и был концерт из песен Кима. В общем, я и мой друг ушли оттуда совершенно потрясенными. Никто, кроме моего друга, не знал, что это был день моего рождения, он не совпадает с моим метрическим днем рождения. Он подарил мне ручку Паркер. Вот. Я сам не знаю, откуда он это все там вычислил, ну, у него есть там возможность. Вот. И я этой ручкой написал песню.